10 апреля в областном доме журналистов прошла пресс-конференция «4 года Омскому центру тестирования. Стань чемпионом». В 2019 году наш регион одним из первых начал реализацию нового федерального проекта, позволяющего с помощью обследования на передовом оборудовании выявлять у детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет спортивные таланты и давать рекомендации по выбору секции. Этот программный комплекс, он дает правильный посыл именно с научной точки зрения, чем ребенок должен заниматься, каким видом, к какому виду спорта он больше предрасположен. Поэтому все это вот легло, так скажем, в основу появления у нас такого центра. Уже 4 года назад его активная, качественная работа, определенные плоды, результаты, которые мы сейчас видим, которым мы рады, которые полностью сейчас вкладываются в понимание тех национальных проектов, которые на территории страны у нас развиваются, то есть, прежде всего, спорт норма жизни. Бесплатный осмотр входит в 4 этапа. Оценка антропометрических данных, функциональная диагностика, психофизиологическое исследование и спортивное тестирование, в ходе которого снимается более 150 показателей. Омлекс интегрирован с программным обеспечением, с федеральным сайтом. Большинство тестов заносится в автоматическом режиме, то есть сфера цифровизации, которая дошла сейчас до нас, до сферы спорта, реализуется у нас на базе комплекса с 2019 года. По итогам тестирования родители получают не только заключение с рекомендациями по видам спорта, но и списки бюджетных спортивных школ. За 4 года работы центра тестирование прошли около 5000 ребят. Важную информацию получили и тренеры начинающих спортсменов. Все, кто проходили по возрастным критериям, мои воспитанники, прошли тест. И результаты, в общем-то, удивили. То есть, как я и предполагал, я заметил, что у нас были дети, которые вообще не имели никакой склонности. Дети со средней склонностью, это, у них, надо сказать, низкий уровень физической подготовленности, какой бы ни был вид спорта, даже если говорить. Но, естественно, с хорошей и наилучшей склонностью это доказывает. Я уже неоднократно Светлане Геннадьевне говорил огромное спасибо за ваш тест, потому что лично вот по моему опыту в полевой стрельбе я уже не раз и говорил, что да, работает. Записаться на тестирование можно на сайте проекта «Sport Champions».